Сначала скажу по поводу команды соперника. Мы видим результат на протяжении целого турнира. И видно, что ребята молодцы, понимают друг друга, играют в футбол и дают результат. Вы готовились к сегодняшней игре? Разбирали их игры? Все-таки игра была с лидером? Конечно, мы готовимся к каждой игре. Вот. Что касается наших ребят, молодцы. Бились до последнего. Немножко не хватило. Забили бы своих парочку 100% моментов. И можно было бы говорить о победе. То есть Unreal не так страшен, как его рисуют? Абсолютно, абсолютно. Ну, игра нашей команды, как бы, может, из-за того, что утро чуть-чуть расслабленные были. В принципе, играли неплохо, комбинировали. Где-то, может, я же говорю, удалось утро, расслабленность. Соперник тоже хорошо играл. Были моменты, как в одной, так и в другой стороны. Играли на контрах. Ну, в принципе, оцениваю позитивно. Спасибо за игру. Ждем вас в следующем туре. Спасибо.